Кеш, а ты знаешь, откуда жизнь взялась? Вась, да я говорю тебе, все сразу появилось. И мысль, и этот город, и машины, и деревья, и птицы, и пирожные, и пёстовые, и даже эта муха сразу бац, и появилась. Все готово, вообще все. Только это была не простая муха, а маленькая машина времени. Она перенесла Кешу почти на 14 миллиардов лет назад, в самое начало Вселенной. Ой, я куда-то перемещаюсь. Сначала вся Вселенная находилась в очень горячей точке. Потом она почему-то взорвалась и начала расширяться с большой скоростью. Появились частицы, а потом и атомы. Потом, почти через миллиард лет, появились первые звезды. А потом, через 8 миллиардов лет, появилось Солнце и планеты, вращающиеся вокруг него. Вначале планета Земля была совсем непригодная для жизни. Она была раскаленная, и ее постоянно атаковали метеориты. Часто извергались вулканы. Но потом кора Земли остыла, и появились океаны. И вот где-то 3,5 миллиарда лет назад, под воздействием ударов молний и солнечного излучения, молекулы в океане становились все сложнее и сложнее, пока случайным образом не научились воспроизводить сами себя и не отделялись от основного океана в маленьких пузырьках. Ура! Мы живые! Это первые живые организмы – протоклетки. И эти веселые протоклетки, бактерии, заселили всю планету. Со временем выживали только самые хитрые и приспособленные. И вот через миллиард лет такая хитрая бактерия, самая бактерия, научилась преобразовать солнечный свет в энергию и кислород. И так это хорошо у цианобактерий получалось, что они создали кислородную атмосферу Земли. Однажды цианобактерия и бактерия РО, которая умела есть кислород, и простая бактерия хемотро, решили поиграть в прятки. Я иду всех искать. Волк, спрячься-ка я у нее внутри. Залезай ко мне. Ой. Ты не видел тут двух бактерий? Неа. Эх, спасибо, что не выдумал вас. За это мы останемся у тебя внутри и поможем добывать энергию. Так появились сложные эукариотические клетки. Сначала клетки жили поодиночке, но потом решили держаться вместе. Я губка, одна из первых многоклеточек. Могу вырастать гигантской и всасывать пищу из воды. А потом животные стали еще сложнее. Я Чарли. Я похожа на растение, но это враки. Я животное. Я Кибирелла. Я ползаю по дну, собирая вкусные бактерии. Я Спригина. Я могу вырасти до гигантских размеров, но мне лень, поэтому я не буду до них вырастать. Потом видов животных стало видимо-невидимым. Я Стрелобит. Ага, попался! Ой! Стой! Куда побежали? Я хищная аномалокари. Обожаю трилобитов. Трилобиты стали отращивать щупы и смогли заселить весь мир. Я Пикай. Я предок всех позвоночных. И твой тоже, мальчик Кеша. Ой. Из родственников Пикай появились рыбы, а из них амфибии, а потом и рептилии, и всем известные динозавры. А потом мы почему-то все вымерли. И вот за все эти 3,5 миллиарда лет эволюции жизни на Земле, за 2 миллиона лет до Кеши и Васи появились предки человека. Главное в засаде на мамонта – это тишина. Угу. Оп! Эх, опять упустили.
Кеш, ты в порядке? Вась, ты не поверишь. Я летал в прошлое, я видел, как возникла Вселенная, Солнце, Земля и жизнь на ней. Это было совсем не сразу. Это заняло миллиарды лет. Я стану ученым и изучу это все. Привет, узнали меня? Я взрослый Кеша. Я вырос и стал ученым, и изобрел эту машину времени, чтобы отправиться в прошлое и исследовать, как возникла жизнь на Земле. А еще, это я сам залетел в рот себе 8-летнему, чтобы показать, как здорово изучать наш мир.